чувствую, весело нам здесь будет жить. Пахнет очень вкусно. Сегодня мы в аэропорту Жуляны. Летим на БИС. Ну, в смысле новой авиакомпании. Активат. Пошли. Вот такой яркий самолетик у нас, прям праздничный. Разумков, у нас вообще новенький самолет, такой аккуратненький, очень красивенький. Мы прилетели в аэропорт Тивата, в Черногорию. Здесь автобусиков нет, самолеты пешочком. Сзади меня аэропорт Тиват, мы уже прилетели, и мы заказали на букинге квартиру, которая находится здесь недалеко. В общем, нам пройти отсюда буквально минут 10, и мы уже на месте. Вот, мы уже встретили хозяйку, въехали в квартирку, вот такая вот маленькая она, уютненькая. Здесь все есть, нам даже хозяйка сказала, можете брать вино, здесь стоит. Это холодильник. Вот печечка такая. Здесь есть посуда. В общем, все то, что необходимо для готовки. Тут даже чай, кофе есть, нам предложили. Ну, в общем, такая маленькая, небольшая квартирка. Ну, такая миленькая. Вот, и вот такой у нас балкончик с таким видом. Конечно, здесь дорога рядом, это не очень хорошо. Вот, а там залив находится. Зато мы очень быстро добрались сюда от аэропорта. От аэропорта мы шли минут 10 максимум. Вот, и даже пришли раньше, мы с хозяйкой договорились, прилетели мы в 5, с хозяйкой договорились, что мы будем в 6, и в итоге мы ее еще минут 20 и ждали. А это я сейчас нахожусь в подъезде, здесь такая музыка играет, кто-то веселится. В общем, чувствую, весело нам здесь будет жить. Зато посмотрите, какая красота! Вышли на такой пляжик. Конечно, в водичке такое себе. Плавать как-то мне здесь не хочется. Ну, вода-то чистая, но там очень много водорослей. Это залив. А вот здесь оборудовали пляж, и здесь вот чистенько, в общем-то. Вот дно видно. Любимая рубрика. Котики. Что такое?
просто обалдеем. То, что, во-первых, очень комфортно, тепло, спокойно, тихо, да, люди гуляют, но нету какого-то шума такого, который у нас на набережных обычно происходит. И посмотрите, как это просто сказка. Сегодня замечательный день, первый. Вот он уже заканчивается, подходит к концу. Мы зашли покушать, заказали супчик, но так, чтобы было не очень тяжело спать потом, потому что уже 11 вечера. У меня рыбный, вот у Саши из телятины суп густой. Пахнет очень вкусно. Еще нам принесли хлебушек такой с чесночком, тепленький. Сейчас мы покушаем. Пойдем с парки готовиться к завтрашнему дню. Он обещает быть очень интересным. Эх, кому здесь жить хорошо? Кому в Черногории жить хорошо? Да, киса. Ах, спокойной ночки.